Когда компания «Строймонтаж-2002» достроит 197-квартирный дом в Мирном? Таким вопросом задались не только дольщики, но и городские власти. «Строймонтаж-2002» – фирма с положительной репутацией, крупный застройщик в республике и в Алмазной провинции. Однако в Мирном компания со стройкой затянула. Сдать дом напротив спорткомплекса «Олимп» в эксплуатацию должны были 2 месяца назад. В чем причина задержки и когда дом достроят, выясняли наши коллеги. На месте этой стройки уже 2 месяца, как должен красоваться 197-квартирный жилой дом. Первая очередь жилого комплекса в 9-м квартале Мирного. Но до сих пор здесь строительные краны и каркас без стен на верхних этажах. Большинство квартир здесь выкупали работники «Алроса». В 2015 году компания запускала социальную программу по возврату ипотечных процентов. Проценты возвращают, а квартиры, видимо, придется подождать. С вопросом, когда достроят дом, к застройщику обращаются уже не только дольщики, но и глава города. Вы с каждым разом обманываете людей, понимаешь? Это с каждым разом у людей накапливается вам обида большая. И это, поэтому вы реально сделайте, что успокойте людей, реальную картину сделайте. Зачем вы опять обманываете-то сейчас людей? Чем больше вы обманываете, тем хуже для вас же будет. По словам застройщика, одна из причин задержки строительства – проблемы с ПТВС. «Строймонтаж-2002» не мог решить, кто и по какой цене должен строить подводящие сети водоснабжения. Результатом споров стал договор с ПТВС, но авансового платежа от строителей пока не поступало. У «Строймонтажа» перед ООО ПТВС на сегодняшний день имеется дебиторская задолженность. Конкретные цифры я могу привести позже, но порядка 4-4,5 миллионов рублей. Вот. И по договору на 197-квартирный дом «Строймонтаж-2002» должен еще нам оплатить порядка 2 миллионов рублей. То есть это вызывает у нас вопросы, и хотелось бы, конечно, получить на ответы от «Строймонтажа-2002». «Строймонтажи» заявляют, дом достроят во 2-м квартале 2018 года. Но однажды компания уже переносила сроки сдачи объекта. Дольщики негодуют. О проблемах застройщик не сообщал с самого начала стройки. Со стороны администрации очень много работы было проведено для доведения информации до вышестоящих органов, то есть это прокуратура, управление жилкомнадзора. Все те инстанции, которые могут повлиять именно на решение затянувшегося вопроса по строительству 197-квартирного дома. Но, к сожалению, застройщик на данный момент не готов ответить на некоторые наши вопросы, которые мы ему задавали ранее. То есть на том собрании, которое было в сентябре этого года. По словам дольщиков, руководство строителей на контакт идет неохотно. За 2 года руководство компании организовало лишь 1 встречу, и то только по требованию клиентов. При этом репутация у фирмы положительная. За 15 лет работы это одна из самых перспективных компаний в республике. Награду с такой формулировкой вручили директору «Строймонтажа» в Якутске в начале сентября. Только вот почему-то в Мирном компания оправдывать свои награды не спешит. Добавим, что в Якутии пока не было ни одного прецедента с обманутыми дольщиками. Чтобы не допустить первого, вопрос взяли на контроль местные власти. И в ближайшее время в мэрии проведут еще одно совещание, но теперь уже с участием генерального директора фирмы.